хватит воровать горшок у ребенка. Салют, ханты! Добро пожаловать на новое видео. И сегодня вас ждет нечто вкусненькое. Ведь я решил протестить некую особенность ханта, можно это так назвать. DLC. Обычно разрабы в DLC хантам дают какие-то пушки, и из этого получаются уже так или иначе прикольные билды, которые, по-моему, почти никто не тестит. И я решил это сделать, но обосрался в самом начале, хотя узнал об этом только в самом конце. Как именно я обосрался? Сейчас расскажу. Я решил, что у жнеца, помимо винчестера, идет еще короткий арбалет. И когда мы все досняли, спустя 2 или 3 дня, Никитос мне сказал, что там был короткий спектр. Потому, ну, не серчайте, сегодня вас ожидает такая ядовитая сборочка. В следующий раз я буду тестить бабку, но это уже будет в следующий раз. А на сейчас я тебя попрошу поставить свой великолепный сраненький лайк, написать комментарий и подписаться на великолепный канал. Мы уверенно идем к 2К. Приятного просмотра. Да, вижу одного тут и одного тут. Блять, одного на 345-0. А наша история сегодня начинается со следующего. Мы пришли на форт, быстренько с Максом уработали босса, и все это время у нас под боком мудохались типы. Но к нам не шли, они перестреливались через речку. И мы решили пойти их и забрать. Угу, он прям где-то вот здесь перед нами. Видел его? По-моему, вот здесь. Ух ты, блядь, какой. Он еще и по нам стреляет. Где? Возле меня, да, где-то? Да. Угу. Вот здесь. Чекаю еще раз. А, они сместились в одну точку. А где он? Вот здесь и где-то. Дал. Вот здесь. Вот я кривой, блин. Убил с арбалета маленького. Я, кстати, специально убил его с арбалета. Я прям выжидал. Ой, бумажечка. Пакетик странный. За мной почему-то полиция идет. Я потом вернусь. Деринки полицейские, я же пошутил. Эй ты, подними мыло. Хорошо, африканский брат. Это была задача. Эти вдовы, что ли? Да, тут труп еще есть. Он, судя по всему, кореша хотел поднять. Там вдови, вон там сидит. Да, там другой тип. Он по мне хуярил. Двое здесь? На крыше. Ну, здесь, за домиком. Я в него дал один раз. Но он меня хоть сходил, парень. Убил. Ты убил его? Да. Я в очередной раз убедился, что столетие — это просто песня, особенно на ядовитом патроне. И мы продолжили с ним катать. Во второй катке мы с Максом заспаунились сразу же на боссе, быстренько его разобрали. И, естественно, так как босс один, мы начали встречать гостей. Мы уже накрыли стол, и первые ребятки не заставили себя долго ждать. Заебись, блять, вот это нахуй окошко. Я не, нихуя не вижу. Угу. О, подвел факс. Бежит. Макс на мне. Я не знаю, убил. Она одна. Четыре чё-то пать идет. Вот эту надо дожимать. А, там двойка уже. Охуенно. Просто префом. Подними меня, пожалуйста.
крыше, на крыше. Какой, блядь, крыш? А, ты что, не видишь? Нет, я не видел. Так уйди, подымай меня. Я как собачка. Я что-то не знал, что ты здесь. Убил его, по-моему. Да. Хил. А чек не нет? Секунд. Нет. Так, сейчас чек. Давай. Вон там двойка. Все. Вон бегут на вышку двое. На какую? На вот эту вышку? Или нет? Про какую вышку идет речь? Слева, я же метку дал. Итого у нас осталось две пати. Одни слева, другие справа. Сначала я хотел забирать правых, пока Макс воюет с левыми, но решил, что будет лучше выйти ему на подмогу. Дал. Убил. Дал. Убил. Нихуя себе. Что это за оружие в моих руках, блядь? Еще двойка осталась. Вон оттуда. Слушай. Секунд нету. Тоже. А этих залутать мы не сможем, да? Он бежит. Одного залутать смогу. Вот. Блять, нихуя он мне нанес. Я не вижу. Он там, его хуй увидишь, блять. Ага, на крыше слышно. Где? И вот их осталось двойка. Так уж вышло, что в дальнейшем Макс будет воевать с типом, по которому мы сейчас стреляем, а я взял на себя второго друга. Ебать, как жив. Я вообще тоже в ахуе. Я чисто на полу выстрелил. На двух крышах там. А мы отошли же. Вроде сейчас должно полегче быть, нет? Блять, откуда нахуй? Вот тут у меня один. У меня здесь где-то, я не понимаю откуда. Дал. Откуда ты стреляешь, сука? Я же тебя не вижу, нихуя. На доме? Нет, на пристройке. Ага. Дал. Он отравлен. Другой, наверное, стрел где-то подпирается. Да. Гранат никаких нихуя нету, к сожалению. Я ему вот сюда кинул, он отошел чуть. На крышу какую залез. Вижу. Слева идет где-то. Убил. Хорош. Остался. Слышу. Сейчас. А где он лежал? Я не знаю, где. Он на крыше прям. В дальнейшем история проходила так. Мы залутали этого типа и подожгли его, чтобы выманить его друга. Но, судя по всему, тот оказался снайпером и начал убегать на более выгодную для него позицию. Мы же решили, что бегать за последним типом мы не особо хотим, награды были у нас. Мы дождались, пока тип догорит, и просто вышли с карты. Тем самым забрали фактически всех, кроме одного снайпера. В этой катке мы шли за типами, которые у босса, с тюрьмы. Мы четко их видели, четко понимали, где они. Решили залететь, моей целью основной было немножко пострелять с арбалета. Я даже ради этого шприцами уколол пацанов. Точнее, некий-то, так как Макс всегда берет с собой шприц. И вот как это было. Аккуратно. Давайте задымлю им проходы. Против яда у всех шприцы есть? Да. Да. Все, работаем. Погодите. Убил. Снизу?
лестнице. Я убил. Все. Я двоих убил. Хорош, 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 хорош. Метку, метку надо чекнуть. А после этого мы забрали награду и пошли на второго босса. Подходя, пацаны начали нас встречать довольно агрессивно. Как мы поняли, они тоже разобрались с одной тройкой, и поэтому мы остались 3 на 3. Либо 4 награды, либо глубокий отсос. Варианта было 2, но мы решили, что отсосать мы не хотим в этот раз. Блять, на выход. Умер, умер. Живу. Это я чуть не умер. Там тип на балконе, первый тир красный. Он красный как снег? А, вижу. Нет, снег обычно белый, но... Ты не на тот снег. Убил одного. Она ждет. Вот там вот спереди. Дал. Не дал. Отхил, отхил. Сбоку где-то стрелять, не понимаю, где. Ага, вон ебать. Они сразу спереди. Двойка снизу, один сверху. Я начал слышать, как один дерзкий типочек идет ко мне справа. Я решил его встретить липучечкой. Ящик стоит, если что. А патрон ты не взял? Я есть. Знаю, просто я на потом. Никит, живи, погоди. А вот теперь за патронами. Никит, если ты в следующий раз будешь попадать, будет лучше. Я знаю. Дал. Да отъебись от меня. Да блять, заебали эти мобы ебаные. Дал. Минус один. Давай, он течет. Поднимайте. Один остался на перед тобой. Готов. Никого. Все, заебись. Фу. Чуть лучше бы еще попадалось и вообще было охуенно. Что руки вообще не шли. Ну и в дальнейшем мы просто забрали 4 награды, Макс рассказал охуительную историю, и мы вышли. Все же были в такой ситуации, когда ты спаунишься, а босса убивают в самом начале на другом конце карты, и все время изгнания ты просто туда бежишь рысточкой. Это история из таких. Что примечательно, и слева, и справа мои текущие позиции были типы, поэтому мы приняли решение зайти со стороны леса и дали в круговую, пока нас не успели подстрелить. Еще и слева, блядь, глушаком. Есть, да, слева? Да. Касса. Касса руля. Где люди? Все, блядь, крадутся. Мыши. Охуенно. Я говорю просто ебать. Знаете, с чего? Спарк-снайпер. Обычная спарка, 110 метров. В ахуе ли? Еще как. Да. Ну, а надо сближаться с ними, нет? Как бы не было печально, но девиз этой катки именно такой. Я буду ловить в ебальник. Я вообще изначально не хотел ее брать, но, блин, просто количество, которое я тут наловил в ебуч, это надо видеть. Надо кинуть им в агеностойки динамит. А у меня есть круче. В одну точку.
Охуенно, он чуть ли не обратно нам упал. Ну это фитиль обычный. А, блядь. А кто тут шайку кинул? Я. Yeah. Оба, тихо. Попал. Травлю, травлю, травлю. Давай, давай, давай. Дал одному. Вот тут, вот тут. Добей. Берите метку. А у нас за дверью, что ли, тихо? Блядь! Вы заметили ханта? А он там есть. Я перезаряжал копье, блядь. Он подождал. Он перезаряжался. А, нихуя себе. Один вот тут, второй там и третий еще где-то. Вот тут одного вижу. Блядь, да заебали. Я не знаю, я убил ее, нет. Но мне досталось. Не убил, да? Так, где у нас типы? Уходи, уходи, уходи. Уйди. Вниз. Ну не в этот низ, ну ладно. Где? У меня это... Не понял. У меня это защита от еды. Ну я понял уже. Там, с той стороны, вдалеке, за забором. Здесь стала одна. Я ее все-таки убил. Походу. Вон там сейчас был. Да, я вижу его. Убил. Да. Еще есть кто? Блять, опять, сука, слева. Подними, 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 подними. Спаркиска ебаная. Заебала. Она сейчас его будет поднимать. Пизда противная. Давай, давай, Ники, давай, 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 давай. Хорошо. Нет! Тихо, там еще давай. двое. Вот точно. там, в той стороне. Так, все, поднимите меня, теперь только с меткой поднять. Ну охуенно. Я, судя по всему, ее в прошлый раз все-таки дал, ебуч. Вон она, вон он. Дал, убил, да? Второй да, вот здесь. Всё. Здесь. Да, в лесу. Где она? Добей. Хорош. Есть, сделал квест. Все, сервер весь? Да. Ну, это неплохо. Итак, мы разобрали этих типов. Ну что, все, а? Спасибо за просмотр видео. Где-то здесь ты можешь увидеть еще один видеоролик и кнопку подписаться на канал. Также по подсказкам ты можешь посмотреть дополнительные видосы, которые я для тебя выбрал. Напиши комментарий, и дальше будет только интереснее.